Я считаю, что завоевание нашего советского народа переписывать нельзя. Историю, то, что было, и 37 миллионов, 27 миллионов погибших наших, каждая семья потеряла дедов, отцов. Я думаю, что переписать историю – это просто невозможно. Такое пережить, вы знаете, это нельзя. И тоже, что делают это американские, там, вот эти английские вот, подстрекатели, это бесполезно переписать историю, потому что наш советский народ выстоял эту тяжелую войну. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.